Сторонники «Единой России» проверяют социальные объекты по всей стране. Школы и детские садики выбирают в случайном порядке. Так активисты нагрянули сперва в Большие Везёмы, а затем в Старый Городок. Это программа сторонников «Единой России», партийная программа партии «Единая Россия». То есть мы следим за состоянием школ, за состоянием таких вот социальных объектов. И, в общем-то, вот сегодня мы проверяем Одинцовский район. И это вторая школа в Одинцовском районе, которую мы смотрим. И это вторая школа, которая оставила прекрасное впечатление. В школах общественники проверяют, как обеспечена безопасность детей, а также обращают внимание на оформление территории и исправность оборудования, в первую очередь электрического. Мы смотрим и состояние и площадки около школы, мы смотрим состояние спортивного комплекса, газоны стрижены, цветы посажены, все правила техники безопасности соблюдаются, фонари исправны, все горят. В случае необходимости активисты прибегают к помощи сотрудников полиции, местных властей и родительских комитетов. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».